Ну что ж, часть вторая. Оверлок 51. А, класс. Все, покрасил. Вроде бы все. Покрыл маслом станину. Тут я, как говорил, резиновые опоры. Все закрепил. Мотор. Все, мелочи. Вроде бы, но по времени на это ушло часа 3 вместе с ужином. У нас жарко очень, так что пью минералку. В первой части вообще был без футболки, но думаю, сейчас надо одеть, неприлично. Так, сейчас проверяем. Уже косу плетет, я от руки провернул, так еще не пробовал. Сейчас я материал подберу, темный. Практически без всяких настроек. Вот у него звук, ну, не такой звук, как, к примеру, у китайского. Ну, все, уже отлично. Все. Видно, что настоящий профессиональный инструмент, скажем так. Здесь у меня на обметочном петлителе стоят текстурированные ниточки. Ну все отлично. Чуть-чуть подтянуть еще вот здесь. Все. Я изначально настроил так на глаз, но все получилось. Сшивал, работает совершенно замечательно, как и положено профессиональному инструменту. Швейное оборудование — это же инструмент. Вот этот инструмент отличный. Оверлок 51А. Такой аппарат родом из СССР. У него моточасов совсем немного, потому как он, если стоял в школе, что там они могут сшить там на уроках домоводства, он стоял там когда-то, и в последние, наверное, лет 10 он просто стоял. Ну, стоял
помещении, все нормально хранилось. Там маленько уже ржа его, ну и все. Вдохнул в него, как говорится, вторую жизнь. Все, шьет отлично. И когда вы видите, вот на Авито я часто встречаю, продают эти GN и пишут 51 класс, вроде то же самое, профессиональный оверлок, это желаемое за действительное выдают, либо не знают, либо реклама двигатель торговли, как говорится. Рядом не стояли эти оверлоки, и никакого сравнения. Вот профессиональный аппарат и тот, который 50 на 50. И никогда вы не найдете два одинаково шьющих китайских GN. Они, ну как все, китайская лотерея. Вот из 10, допустим, ну 3 или 4 шьют идеально, все хорошо. Одни так кое-как шьют. Ну, Китай, короче. А вот эти, они все шьют отлично. Все, его до ума довел. Здесь вот новый петлитель, я ножи новые поставил. Петлитель новый поставил, которого не было. И все, кому-то повезет. Да еще туровский электропривод. Все на этом. До свидания.